очень радостно для нас. Вот два раза в году мы празднуем память преподобного Сергия Радонежского, и всегда вот такая радость присутствует. И владыка очень-очень любит преподобного Сергия Радонежского. Когда он появился у нас в епархии, был поставлен нашим епископом, то он создал университет преподобного Сергия Радонежского. Там в скорости построился и храм, первый храм в нашем городе имени преподобного Сергия Радонежского. И народ тоже любит этого святого. И поэтому всегда, вот сегодня такая жара стоит на улице, обещали до плюс 42 градусов, и тем не менее, люди пришли прославить нашего святого и помолиться ему, и совместно, вместе с владыкой, совершить эту божественную литургию, вместе причаститься. Вот, поэтому, конечно, в этот день всегда радость переполняет. Вот, и был полный собор и священников, и верующих. И так всегда бывает в этот день. Да присутствует, конечно, радость за всю нашу церковь. Потому что, ну, какая главная задача церкви? Быть едиными. И вот в это время, когда мы все разобщены, вот эти островки в виде наших храмов православных, они показывают, что вот есть единство. Вот мы собираемся в единое тело Христово. Мы как родственники, братья и сестры. И, конечно, каждая верующая – это как клеточка в живом организме. Если какая-то клеточка болеет, то весь организм это чувствует. Если кто-то не пришел в храм, вот, то это тоже, опять же, все чувствуется. Но сегодня, кстати говоря, много пришло, большинство, почти вся наша община была собрана, и даже с других храмов приезжали в этот день вот, в наш храм прославить преподобного Сергия Радонежского, который в нашем городе, ну, себя очень хорошо проявляет. Он во всех городах российских, нет ни одного города, где бы не было в честь него храма. Но вот в нашем городе есть, как я уже говорил, университет его имени, храм. И вот, видимо, это такой святой, который в те древние времена дал России потенциал объединения. Да? Ведь при нем же было объединение всех племен наших славянских, русских, разобщенность при нем была покончена. То есть мы, наконец, объединились в русский народ. И вот и сейчас я чувствую, как настоятель, его такую заботливую молитву о нас. И вот особо это было видно, когда мы строили вот эту самую пристройку, которую вы видите на заднем плане. Ведь народу приходит очень много, и храм не вмещал уже весь народ. Люди стояли в такую жару на улице. И мы вот по благословению владыки Германа решили воздвигнуть трапезную часть к этой пристройке. Примерно в два раза увеличилась объем и площадь храма. И все равно люди заполняют эту площадь, потому что они чувствуют, что вот именно здесь есть о них забота и промышления Господа нашего Иисуса Христа и молитвенная помощь и предстательство нашего святого угодника. И наш храм, он также окормляет еще и в нашем городе СИЗО номер один, вот именно наш храм. Вот. И за то, что, ну, мы стараемся для Господа. Господь вот нам выделяет еще тут в центре города еще земельные участки. Для чего? Для того, чтобы построить там церковно-приходскую школу. Это было бы для нашего города большая необходимость и большая радость, если бы. А я уверен, что молитвами преподобного Сергия у нас все получится, потому что я уже увидел его помощь, как мы строили пристройку и трапезную часть в нашем храме. Вот также будет помощь, я уверен, и в строительстве церковно-приходской школы. У нас есть воскресная школа, но вот она сейчас ютится в подвале девятиэтажного дома. Но и все равно народ любит эту школу, и
она сейчас несет такую миссионерскую направленность, потому что туда приходят не только люди нашего храма, но и вообще вот со дворов вот этого микрорайона, где она находится. И потом они совершенно люди не воцерковленные даже туда приходят. И вот эта школа как буфер. Через нее потом приходят и в храм. Вот. И поэтому я думаю, что когда мы начнем строительство нашей церковной приходской школы, она будет очень востребована, и люди откликнутся. У нас очень замечательные прихожане. Вообще, волгоградцы – это самые лучшие молитвенники в России, мне кажется. Ну, во-первых, святое – это же не какая-то абстрактная сила, личность такая, которая была когда-то, а может быть, ее не было. Нет, это реальный человек, реальный. У Бога все живы. Вот как святые нас учат обращаться к святым в молитве? Как к своим друзьям. Вот когда у нас какое-то горе, мы идем к своим друзьям и все им выкладываем, просим у них совета, помощи. Вот точно так же надо и к святому обращаться, как к своему другу, как к предстателю, как к помощнику, который, ну, несомненно, поможет, если, ну, ты будешь к нему с верой обращаться. Мне понравилось, как один священник сказал очень духовной жизни, что к Богу надо обращаться не с сомнением, а может быть даст, а может быть не даст. Нет, надо быть уверенным, что Господь все подаст. И вот так же и к святому. Поэтому преподобный Сергий Радонежский, такой уникальный святой, которого любят не только православные, но и старообрядцы. И многие даже староверы к нему обращаются, потому что, ну, видимо, Господь ему дал тогда такую силу объединяющую. Вот я опять же повторяюсь, что его, ну, все население нашей Родины любит. И тот, кто еще не знает его, я призываю почитать его житие, почитать документы его тех времен, и какую роль он сыграл, какую роль в нашей стране сыграл Троица Сергиевская Лавра, и самые трудные годы нашей истории. И осада польская, и когда мы с вами жили, я имею в виду, наши предки жили во времена революции, и тогда преподобный Сергий не оставлял нас. Я призываю почитать его жизнеописание, житие, и потом полюбить его. А когда человек полюбит этого святого, то молитва уже не будет такой вымученной, она будет естественной. И ты уже будешь знать, что просить, как молиться ему. В общем, я желаю нам всем узнать получше преподобного Сергия Радонежского. Господи, яко зенит око в крови кровь Твоей покрыши мя. Господи, от малых от земли раздели их животей, и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытившись сынов, и оставишь им глава. Ты не постыдуйся в овечь, не посмеющиеся братья мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующего чрева. Пути Твои, Господи, скажи им, и стезян Твоим научи меня, и витамин Твоим Israel, 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 Israel,
Oh.
Отче, Подателю, приди, вселительный, и очисти на весы бесмертные, спаси, блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посетители, исцеление мочи нашей имени Твоего рай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь, и на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царство Твое, и воля Твоя.
Oh.
Через славу Его,
Духом, яко ваше
человецы, и да разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына человеческого ради. Возрадуйтесь, пойте, и взыграйте, все Бог стар, ваша много на небеси. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Почившие мученики и исповедники за веру православную и Отечество Российское от безбожных властей убиенные, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, весь причет церковный, братья и прихожан святаго храма сего, паству Волгоградскую и Камышинскую, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
сердца. Перед чашей, братья и сестры, это, конечно, не столько молитва о той проблеме, которая лично твоя. Это молитва и слово какое-то другое, которое не разъединяет нас, как какие-то трудности житейские и прочие болезни и печали, и чаяния, которые порой земные, разъединяют нас. Но это некое слово, которое становится единым для нас. Это, братья и сестры, точно так же. Ведь есть, братья и сестры, такая древняя притча. Да это даже не притча, это очень даже реалистичная история про отца, который, отдав замуж двух своих дочерей, пришел к ним, к одной, а потом к другой. И одна предложила отцу своему молиться, помолиться, ну, в их семейном кругу о том, чтобы было жаркое солнце, потому что она была замужем за горшечника, а нужно было, чтобы к ярмарке горшки высохли. И они стали молиться о том, чтобы был жаркий день, ясное небо и солнце. Жарим. А придя к другой дочери, отцу пришлось молиться о том, чтобы был бы дождь, потому что муж его дочери был крестьянином. Ему нужно было, чтобы поля увлажнились влагой. И тогда сказал отец: о чем же мне молиться? О дожде или о ясном небе? Вот, братья и сестры, конечно, у каждого из нас житейский свой путь, свои трудности, заботы. Но часто даже бывает так, что именно эти твои личные заботы и трудности разъединяют нас, побуждают идти по разным путям и в разных направлениях. Но перед чашей, братья и сестры, слово одно в нашем сердце и в наших устах. Какое это слово, братья и сестры? Таинство великое – это действие литургийное, мы называем Евхаристией. Благодарением мы предстоим перед Богом, и поэтому возгреваем себе сейчас перед чашей мысли, и мысль такую, которая становится для нас общей мыслью. Несмотря на то, что у каждого человека свой жизненный путь, об этом, братья и сестры, евангельское чтение сегодняшнее. Мы читаем про то, как пришли к Господу хромые, сухие, слепые, нищие, бесноватые. Они все пришли и чаяли прикоснуться к Нему. И была давка. Но когда Господь открыл уста свои, давка прекратилась.
Поэтому, потому что каждый забыл о своей слепоте, забыл о своей хромоте, сухости и прочих проблемах житейских, страшных проблемах. Но Слово Божие заставило их молчать. Они с радостью молчали и ждали каждое слово от Господа. Вот, братья и сестры, но это Евангелие читается сегодня. И мы, братья и сестры, все понимаем, что у нас есть великий Учитель, которого Господь научил, и Он стал нашим Учителем, преподобный Сергий. Каковой была Русь, братья и сестры, в ту эпоху, когда жил Сергий, 14 век. Это было время очень трудное, когда не только каждый удельный князь закрылся в своей скорлупе, в своем удельном княжестве. Это было время, когда и каждый человек, не только князья удельные, но и каждый человек думал только о своем. Как выжить, как жить достойно в земном смысле слова, в житейском. Но преподобный Сергий передал современникам слово от Господа, которое сделало их едиными, которое, несмотря на многозаботливость, на утеснение от нашествия вражеского, несмотря на нищету, оно сделало их едиными. Это слово благодарности Богу, несмотря ни на что. Преподобный Сергий в себе возгрел это попечение, это великое благодарение. И все, и князь Дмитрий, и до некоторых пор враждующий с ним Олег Рязанский князь, и многие другие, они отринули те заботы, те страхи, те расчеты, которые разъединяли их, и вместе положили начало единому благодарению Богу. Преподобный Сергий стал предстоятелем в этот век, предстоятелем нашего народа у престола Божьего. И поэтому мы, когда сейчас стоим перед чашей, мы, братья и сестры, зная, что она объединит нас, имеем уже слово и мысль, которая позволяет нам великой радости забыть на время все то, что разъединяет нас, и объединиться перед Господом, потому что единое слово, единая мысль – залог того, что и в теле Христовом мы все соберемся, и мужи слава во веки веков. С праздником! Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.
вечере Твоей я тайное днесь. Вечере Твоей я тайное днесь. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Не по врагам Твоим тайну повем. Не по врагам Твоим тайну повем. Не лапзание Тебе дам, яко Иуда. Не лапзание Тебе дам, яко Иуда. Яко разбойник исповедую тебя. Но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд ли во осуждение будет мне причащение. Да не в суд ли во осуждение будет мне причащение. Пречистых Твоих таинств, Господи. Пречистых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться тело и крови Господа можно только после исповеди и натощак, предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению. Кто так приготовился, приступайте.
Слава тебе, Господи!
святого Радонежского преподобного Афанасия Афонского, учениц Анны и Кириллы, преподобного Лампадия, Кириллопольского священного ученика Геннадия, пресвитера, преподобного учениц Великие княгини Елисаветы, Елена Варвара, преподобного Агапита исповедника, священного ученика Николая, Чудесной Груди, святых и праведных братьев, церковь, Анны и всех святых, помилуй и спаси от нас, я как главный человек. Отец. Зачем туда не проходит? Thank you.
снимаете? Ваш внук? Да.
Что? Целуй, 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 ручка. Озорницы, вы озорницы, да? Посмотри на меня. Посмотри на меня. Это ты, да? Защитник Отечества. Еще у меня на месте. Два уха, носик, два глаза, ротик. И очаровательная улыбка. Сейчас я уже ухожу, посмотрите.